Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по такому сайту Эвервия, где мы абсолютно без вложений на социальных медиа зарабатываем. И в этом видео хочу поделиться своими результатами и оставить свой отзыв по этому проекту. Значит, ну, на данный момент у меня вот на балансе 94 цента. Ну, за вычетом 50 центов, что нам дают при регистрации, там сколько? 44 цента чистыми. Значит, заработано у меня вот здесь всего 28 центов. И вот мои действия всего 269 кликов, так назовем. Расширение. Можно здесь установить. У меня расширение отключено, так как все равно я все, ну, здесь работаю вручную. И оно мне как бы ни к чему. Так, далее что, друзья? Я работаю в основном выполнить задачи. Я что здесь? Вот трафик. Я работаю на трафике. Далее просмотры видео. В основном вот так. Ну, в группу я не люблю подписываться. Потому что я хочу подписываться там, где мне тематика интересна. А под всякое, вот как бы мне этого не хочется. Значит, вот взять трафик, например. Здесь вот достаточно, он обновляется в течение дня. И вот я как бы за день у меня по 10, ну вот за день мой заработок составляет как бы 10 центов. Я считаю, это неплохо. Здесь что бывает, друзья? Когда мы просматриваем, просмотреть сайт, нас перебрасывает на страничку, мы должны подождать 30 секунд. Вот. После истечения этого времени загорается сбоку у нас вверху в правом углу, если у нас зачет зеленым, как бы вы выполнили задачу, нам начислили денежку. А бывает загорается красным. У меня такого было. Я думаю, у вас тоже такое, кто работал здесь. Давайте вот я закрываю вкладочку. Все, у меня, я успешно выполнила задачу. А бывает здесь красным. Ладно, думаю, что-то не так. Я перезагрузила страничку, просматриваю опять. Опять красным. Ну, что, ну так раза три я пару раз сделала. А ко мне, думаю, почему я должна по 10 раз просматривать. И в следующий раз, я когда у меня выпало красное, здесь окошечко. Значит, и здесь, вот здесь в уголке такой значок. Пожаловаться. Я нажимаю на этот значок. Почему я трачу свое время? Я добросовестно выполняю задачи. Мне нет зачета. Вот я ставлю вот как бы пожаловаться. Вот, и вы также делаете, потому что, ну а почему мы должны работать, и нам нет никакого зачета? Или, значит, надо удалять это объявление, или что. Пусть вот как бы разбираются. Таким вот образом я зарабатываю. Здесь ничего сложного нет. На сайте находиться не обязательно. Я параллельно в других проектах, как бы тоже, где мой требует присутствия, работаю. И здесь. Только слежу за временем потом. Как бы, да? Далее что? Так, с этим разобрались. Вот рефералы вкладочка. У меня 9 человек партнеры. Находится здесь, друзья, наша партнерская ссылочка. Здесь мы можем как бы посмотреть список партнеров. Вот обратите внимание, у меня вот тут написано одни иностранцы. С Японии, швед. Так, Российская Федерация, Литва, по-моему,
Это Соединенные Штаты, как я поняла, тоже. Это Великобритания, это Чехия. Вот только почему-то все имена вот русские. Вот. Почему так? Также здесь можно посмотреть источник кликов. Я еще даже как бы не смотрела. Вот. И баннеры, и промо-материалы есть. Также здесь можно вот это все кликабельно. Какой баннер нужен, можно как бы рекламить. Да? В принципе, хочу оставить отзыв. Работать можно. Сайт без всяких там заморочек. И не спеша зарабатывать. Порог выплат здесь минимальный от 10 долларов. И что еще хочу? Вот меня интересует вот этот VIP-статус. Ну вот 5,99 за 15 дней. Ну здесь 10 долларов за 30 дней. Вот, друзья, я вот все вот это все перечитала несколько раз. Вот я вот все думаю, вот стоит его покупать или как. Если, может, у кого куплен, или, может, тоже покупал этот VIP-статус, вот имеет смысл его приобретать. Окупаются вот эти денежки, ну, например, даже если пробный купить за 6 долларов за 15 дней. Вот. Окупятся они, имеет смысл купить. Потому что, когда мы это все вдвойне, то, что мы зарабатываем, так... Выполнение задач. Давайте на трафик опять перейдем сюда. Вот. Вот такая сумма 0.2018. А вот это получить, умножить вознаграждение, это, я так полагаю, для VIP-статусов. Вот. Сюда вот тогда мы нажимаем. Видите, перебрасывает сюда. Нужно купить. Вот я все подумываю, как бы, если у кого кто-то приобретал, или может у кого-то есть, может напишите в комментарии, имеет смысл его покупать, или уже работать так без вложений. Вот. Как бы я взяла пробный, то возьмешь, а будет толк от этого, или как. Ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, присоединяемся без вложений. Зарабатывать можно. Вывод, естественно, буду проверять. Ну, проект платит. Я лично видела, парень выводил. Ему довольно-таки быстро пришел вывод. Там за 20 чем-то минут. Вот. И, ну, хочется собственноручно, конечно, до вывода, ого, еще работать и работать. Ну, так здесь работы очень много и на день хватает. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.